Я заранее сказал, что выговорил. Лучшее имя в истории. Лучшая фамилия. Хотел бы быть, чтобы у тебя была такая? Я... Мечтаешь об этом, да? Что ты жену себя с таким? Возьмешь у нее фамилию? Набирай, набирай, открывай! Сына так назвал. Как только с такой фамилией находишь женщину, сразу же нику бросаешь. Ну, ты как бы понимаешь, что тебе светит что-то большее, чем что-то классическое. Андрюх, Андрюх, вижу. Ребята, это женщина, которую зовут Лана. Лана. Хорошо. Пацаны, в защитку возвращаемся. Не надо так выпускать. А такое бывает? Что? А такое бывает? Что именно? Такое имя перевернутое. Ну, боюсь, что это не имя, все-таки чего. Иногда это фамилия, иногда это... Я просто только сейчас думаю, не обидно ли одноклассница наша? Капец. Ну, она на телеке вроде там уже что-то работает. Да. Она же работала, это училась на рекламу, пиар, что-то. Пацаны, далее смотрим. Там уже на плюсах. Да, смотрите левее. Хорошо. Саня, открывайте. Еще две, две. Откуда ты знаешь? Саня, у нее подписан друг на другом месте. Я тоже подписан на нее, но типа я не видел, чтобы она там... Ну, потому что тебя все скрывает, стесняется, типа такая... Неужели видел, я так плохо накрасил сегодня, скрою от него историю. Может, ты ей писал там всякое разное. Давай корону. Ей писал? Ты ей, может, писал там всякое разное, типа. Что ж они так, блин, падают классно? Она красная. А это не красный снег. Сколько у тебя интересный футбол? Во сколько? У тебя интересный футбол, говорю. Во сколько? 23 или сколько? 10? Где? Макс, Борис, давай, Зося! Хорош, Саня, Саня! Ты отличный комментатор, ты в курсе. Хорошо, хорошо. Либо корень Илья. Ты вообще наблюдать? Не знаю, как ты так быстро выучился. Две фамилии, все команды выучить несложно. Красава. Это хорошая самоотдача для... Для того, чтобы потом были полномочия, точнее, не были, а то, что у меня есть, уволить тебя. Да, да, да. То есть выслужился. В принципе, подкат сделал с Андрюхой, так сказать. Теперь можешь увольнять меня сколько угодно, я все равно, правда, никуда не уйду. Но такая возможность у тебя есть. Можешь пользоваться, да. Ну да, чувак, домой пойду, наверное, чай пить, типа. Ну, представь себе второго оператора, не меня. Нет, какой-то душный тип такой. Ну, видео. Ты ему скажешь, типа, да, Олег какой-то. Ты ему скажешь, чувак, помоги, пожалуйста, он тут мусорник вынести. Он такой... Типа, он не оператор. Вот, и все, понимаешь, на этом все закончится. И ты потом поймешь. Ты узнаешь меня из тысячи, так сказать. Как говорил известный поэт. Вот, короче. Вот. То есть, как бы...
будешь сам фишечки расставлять, сам все это делать, и он будет слива. В смысле, я сейчас на твои, на свое подожду, да, добрый рано. Ну, а я сегодня. Ну, никак опоздал. Я не опоздал сегодня, просто так. Спасибо большое, я же поблагодарил. Нет, я же поставил. Я их тоже расставляю. Этот, короче. Было более смешно, когда я сам тащил эти леса сюда. Саня, Андрей, естественно, колесико не поменял. Ну, чувак, сорян, типа, я не хотел, я не мог встать на час раньше. Во-первых, я посидел в R2 на час дольше, подкачался. Вот. Тебе Андрей вчера сказал, что ли? Да, да, да. В час, в пол первого. Мне только сегодня утром один сказал. Пол первого. Подожди, а у тебя на одну игру меньше было? Нет, Ну, у меня вчера ночью еще могу сказать. Я, конечно, прихожу, типа, ну, естественно, Андрей не поменял колесико. Естественно. Вот. Но ведь это можешь меня увольнять сколько угодно. Я бы Андрюху за такое увольнял. То есть ты как бы терпи, терпи вот это все. И имеешь власть над клерком, типа меня. Но помни, помни, что придет Олег после меня. Что? Андрей, ты что колесо не поменял? Ты ходишь? Давай, Сань. Ты что, печатать ничего не надо? Корпус, корпус. Что печатать? Там это наше. А, извините. Что там корпусы у меня распечатают, сами не знаю. Да, забьюсь. Неинтересно. Оно, оно, пацаны, больше удар. Никита. Он так и на родину уехал. Дай, дай, низ, да, даже гражданство там получилось. Кайф. Не, низ, блядь, дай снизу. Ну, осталось тебе еще в Румынию уехать к цыганам твоим, и все, и Андрюха совсем без друзей останется. Есть мать. Ребята, домой, домой, домой. Я только маму заберу с собой. Судя по всему, только свою не забирай, пожалуйста. Прыгай, прыгай, прыгай. Хорошо. Чтобы мне скучно не было. У Андрюхи хоть Синицкий был, у меня кроме тебя вообще не было. Пацаны, Даня! Тут сколько нам там осталось? 20 минут, 23. Экран перевернулся, успеет за 23 минуты. Я знаю. Это Андрюха ушел. Хорошо, Макс, лучше, лучше, красавчик. Андрюха пошел за сладким, как он сказал. Что значит пошел за сладким? Никита через час прилетает. Ну. Который Никита должен был привезти сладко. Халяльное, причем сладкое. Что он в Израиле делает, интересно? Я сам не знаю. Он там учился, точно знаю. А потом карантин бахнул, да, я не знаю, что там делать. А ж просто помнишь, что он все время тут был, типа. Ну я его тут видел, он же бегал. Он там больше полугода. У него там где-то с арта. Я даже, наверное, еще, даже раньше. Февраля или. Не, ну по нему видно, но все же, типа. Что, на игре? Да. Понятно, видно. Нас ты видела. Да, да, да. И причем мне интересно, почему такое вот ну, феноменальное различие именно морфологическое, да, у евреев с неевреями? Вот мне просто интересно. Вот евреи, блин, реально видно за километр просто. Я вон на Мишу смотрю, на него только пейсы надень, ну это который мой шкалят. На него только пейсы надень, все, он идеальный еврей. Он таки вот так вот и разговаривает, собственно. Ну он таки очень тактичный. Вот. И он когда так вот разговаривает, это же просто можно сдохнуть от смеха, потому что, ну, это смешно, ну, серьезно смешно. Что это, ну, абсолютно какая-то мемная ситуация, если честно.
То есть это вроде как в юморе, знаешь, типа, применяются такие образы, да, карикатурные достаточно. А вот здесь вот они прям рядом с тобой ходят, типа, и... Что ж такое? И он так и вот подходит и постоянно очень издалека начинает, знаешь, так, невзначай. А помните, мы с вами хотели поговорить? Ну, типа того. Ну, Коля, он не такой, типа, явный еврей. Вот по сравнению с тем, что... Да. Коля не еврей? Еврей. Я говорю, что он не такой явный еврей. Он жид, он не еврей. Это разные вещи, чувак. А есть именно евреи, которые, ну, ты понял, о ком я. То есть, ну, карикатурные, типа, евреи, понял? То есть, такие, которых прямо... Ну, вот эти, которые, понял, которые в Умань пытались пробиться и так далее. Вот эти вот хасиды, вот, точно. Здесь хасиды, которые абсолютно карикатурные, типа, вот на Мишу, если надеть эту робу и пейсы, он вылитый хасид просто. Они же все похожи. Но они отвратительные, конечно, люди, вот, ну, в плане именно... А что, что? Да, 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 они до 40 лет учатся. Причем учат не фундаментальные какие-то науки, понял, а этот... Тору. Ну, Саня, открывайся! Ну, они очень, да, такие свинские чуваки. Их из-за чего в Умань не пускают. Они же там все разносят, там же жесть творится. Не-не, спасибо. Там уже дождь закончился, видите? Андрей, пришел уже дождик? И дождь перестал. Ребят, не, он до этого перестал, но он шел уже. Макс, Макс! Макс, Кладен! Это как-то связано, я согласен с тобой. Ну вот, в общем. А Коля жирен, он просто жидовское дитя, типа, такое прям совсем. И у него всегда есть выгодные такие предложения. Я бы не удивился, если бы он тебе сказал, давай, короче, договоримся, ты мне 1500 заплатишь, это взаимовыгодное предложение. Типа, вот, взаимовыгодное предложение. Ну, я уже хотел на кофе позвать после работы. Хорошо, ну, лево есть! Пообщаться. Обкашлять вопросы, так сказать. Миша! Это что-то не говорит. Давай. Где же Никита? Никита что-то не говорит. Ну, может, что-то сказать. А это Никита, это... Это я, Никита. Это я, Никита. Это я, Никита. Я про себя. Дурак? Я типа а-ля Коля. Никита, да, вообще. Своеобразный, не знаю. Посмотришь. Что-то у него, я не знаю. Я даже с ним, я там пару слов всего перекинулся, но по выражению лица понятно, что с ним что-то не так. Чувак, все очень сложно, скажем так. А что с ним такое? Ну, я не Саша конкретно, у него за проблемы. Чем он занимается? Не знаю, вроде книжку написал. Как они пока решились с Колей? Творческий какой-то чувак, типа. Они на психфаке познакомились. Какой-то убер-творческий чувак недавно фоткался в отвратительном стиле. Замена.
Не знаю, что тебе еще объяснить, если честно. Творческая натура, короче. Ну, в худших типа проявлениях этого термина, скажем так. Это не комментарий в данной ситуации. Ну, может быть и комментарий. Может, он через 20 лет станет гуче, а мы с тобой, ты как стояли здесь на вышке, так и будем стоять, понимаешь? Есть, ну, на данном этапе, конечно, с ним очень сложно общаться в этом плане. Потому что с Колей тоже сложно общаться. Витя! Ё-моё! Я же сказал, Витя! Ничего, мяч это был. Мяч был? Да. Думал, что-то тебе слетела ножка. Да, да, чувак, и так грохнулось. Давайте, ты видишь? Все-таки мы дошли до того состояния, когда мяч реально летит, я тебя предупреждаю, ты даже не дергаешься. И ты просто бан получишь рано или поздно, и все. Это была основная цель, чувак. Это была основная, так я так и выиграю в итоге. Конечно, челлендж в том, что ты бан мячом получил. Ну да, да, да. Я тебя доводил до этого, чувак, 2 года. Ой. 3 года, ты не помнишь, сколько ты лет тут работаешь? Не, ну 3 года я оператором конкретно. А, ну наверное, уже я оператором, да, конкретно я работаю 3. До этого же еще журналист. Знаем! Господи, чувак, 3 года, как вы? Ребят, лицо включу. Как вчера. Ваня, да? Давай, шепляй. Ну, знаешь, здесь один хороший нюанс, нам с тобой всегда есть что обсудить. То есть, спустя 3 года нам с тобой не скучно. По крайней мере, тебе со мной. Не знаю, как насчет меня с тобой, но... Спасибо за честность. Да, ладно, я расстраиваюсь. Все когда-то были душные, типа. Ты научишься не быть таким. Душилой. Ребята, смотрим в РСО. Я, правда, не знаю, как ты на кафе мороженое ходишь. Ты ж, ну, достаточно занудный чувак, давай так. Ты, наверное, там с ними бухаешь, да? Жестко. Жестко. Ну а если они не киевлянки, как ты говоришь, большинство, то как с ними еще? Так не бухать? Ну да, да. Наверное, тяжело. Тяжело, тяжело. А они пьющие все? Пьют, курят. При тебе нет? Но в принципе да. Я не знаю. Значит, ты, это что, ты один раз их видел, или ты картинки на них их смотришь? Или? Ну, просто я эти вопросы не обсуждаю. А что ты с ними обсуждаешь? Деловые контракты или что? Маржу? Вань, рот! Ближе. А? Ближе к тебе, типа? Добрый, на! Ну, не знаю, чувак. Такие темы не очень хорошие для обсуждения с женщиной. Сань, Санёк, 2 минуты. По крайней мере, в начале. Они такие, да, марша, да. Да. Вот где-то так и... Такой, марша, да. Возьми. Такой отрицательный рост. Котировки. Этот, 11 минут, ну 12. Что у тебя там уже не этот, не сильно бузят? Какое-то мелкое касание по этим по марокканцам не сразу начал орать. Падать орать. Держаться за эту ногу. Это красиво. А какой счет? Ребята, назад! Все, до сих пор выиграли. Крис! Назад! Бэк! Не, ну Марокканс, наверное, остается все-таки попробовать в ничью хотя бы выйти. И в защите сидеть плохо. Правильно ведь? Ребят, выжимаем. Хорош. Вряд ли у них все-таки получится. Есть вар. Стволы на нем, блядь. Да? Что? Да. Шестве, да.
Ну да, из-за того, что они в меньшинстве. Либо все-таки выбрать красную, в чем я сильно, конечно, сомневаюсь. Ребят, несите помогу. Вперед, 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 блядь, проигрываем, пацаны! Хорош! Трибуны с крыши, типа, что можно там встать и снимать нормально без дела. Ну, да базарься сам. Там трибуна с крышей вообще. Чувак, так да базарься с Андреем, чтобы этот. Чтобы мы уже переехали на новое поле. Когда он того обещал? Ну, спрашивай, узнавай. Там есть трибуна. 5 минут. Там. Накрытый. Не поле, нет. Какая разница? Видел то поле? Да, видел. На ринг там не ходил? Ну, меня больше боксерские, да, груши там интересовали. Чем поле. Смотрел ночью? Не, не смотрел, видел, что победил. Мне вообще без разницы, я, ну, абсолютно... Ломаченко твой играл, да. Я не абсолютно не интересуюсь, типа, что этим вопросом. Меня бокс интересует исключительно как метод самодисциплины. На дальнюю, кто? Хорошо. Меня интересует исключительно как метод самодисциплины, типа, и просто как бы удар поставить. Даня, Даня, мать! Вот, и тренировки. Все. А так, ну... Не давай бить! Интересоваться боксом или ММА? Ярнаута. Не, Нурмагомедов, да. Он же тоже недавно выиграл. Давай, 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 Ну, на самом деле, он ушел же из карьеры, уже сказал. Ну, это и логично, потому что хватит борцов вообще в UFC. Мы там хотим видеть мясо, и как Макгрегор, типа, смачно разваливает кому-то лицо ногой. Все, 3-1. Я знаю, да. Есть. Играй, Кирюха, Кирюха, играй! Хоть сам играй! Убивайте Саню! Так, 6 минут осталось, отлично. Ребята, смотрим центр! Что там опять? Ого! Чисто, чисто, чисто! Играй, 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 играй! Кирюха! Опять душу? Да, давай, говорили, что говорили Вася дать желтую чуваку. Болтали, да? Видимо, они у Владимира школу. Андрей, подожди, они еще пока не начали Андрея об этом говорить, еще не взяли счет. Пока что-то как бы... на этапе подготовки. Да, у них реально в центре дырка.
Можно было на белого дать, сейчас забить спокойно. Матик, давай. На белого. Расисты, да? В смысле? Как ты намекнул? Я просто твой... Мои мысли, что ли? Да, да. Ты расист. Серега, давай в игру! Пацаны с игроками, 87-й, двоих! Дождь еще идет? Не знаю, не хочу проверить. Ну, судя по лужам, вроде нет. Что, сука, навалены, блядь? Слепугин это на той рукой! Мальчик, вратарю, туда, туда. Не знаю, я не слежу. Мне твой не кинул. 4 минуты. 5. Серег, просто в створ походи, там скользко иначе. Спины? У меня? Ну куда тебе денусь, пацан? Такая ситуация, понимаешь? Первый! Ну! Первый власть. Наш, 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 наш. Маме позвони! Ребят, защите тоже оставать. Удар, удар, Ромчик, все одно. Пацаны, пацаны, домой, 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 домой. 3 минуты осталось. Пацаны, все пожалуй, остались в голове. Вперед, вперед. Забрать, забрать. Толкали. Ай-яй-яй. Иди вперед. Пацаны, дальнюю, дальнюю, дальнюю смотри. Ребят, дальнюю. На дальнюю запускай! Давай, давай! Дальше, 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 дальше. Просто! Просто руками! Забрать, забрать, забрать! Ну, Влас, давай решай! Саша, заебал твой игрок! Пали, пали! Они сбивал! Все! Ты что, наваленный, братан? Я ебал тут, ребята, ты все гонишь, нахуй. Что ты с поля, нахуй? Блядь, не они, все гоню, да нет. Коль, я ебал. Спокойно, спокойно. Пацан, пуха, пошел, нахуй, что за игра? У них хуярит в времени. Серега, последняя минута. Коля, это последний раз, я ебал. У тебя тоже там что-то разгорается страсти. Ну, они правы. Пойдем. Там действительно чувак свалил, и типа. Пацаны, пойдите к вратарю. Не отреагировал.
Женька ступил немного? Не ступил немного, он не отреагировал. Ну и там, что характерно, игроки, которые снизу стоят, они сами крикнули «фали», типа. То есть и Женя это слышал, и мы с тобой это прекрасно слышали. И игрок моментально среагировал, сфалил действительно, ну и Женя не отреагировал. Я не знаю, кто выигрывает. И, кажется, по нолям, я если не уверен. Один может вперед! Вася, нам два пива после игры. То есть, типа, Женин миротворческий подход, скажем так, своеобразный. Гол? Нет, понял. Да, да. 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 Да